Привет, ребят. Мы в очередной день переехали на участок. С нами, смотрите, какой друг. Катя скажет, опять Шумович здесь поселился. Я бодипозитивный, если что. Он бодипозитивный. А мы сегодня приступаем к установке нашего фундамента. Мы вот думали здесь еще одни блоки доставить, еще блоки. Ну, получается, что сегодня пришли, дискуссию такую провели, что все-таки не надо. Одного бодипозитивного. Да, один бодипозитивный парень сказал, что не надо. Делаем так, что фундамент сейчас под террасу, то подчищаем, сделаем. И будем дальше принимать за работу, потому что уже на следующем этапе у нас будет строительство дома. Вот наша уже доска готова, она уже подсохла в течение полтора месяца. Немножко покрутила, но справимся, я думаю, с этой задачей, так что оставайтесь с нами. Ребят, сейчас вот еще в прошлом году я делал здесь геотекстилем, подкладывал и утрамбовал. Но тут надо все равно сейчас еще подсыпать. Здесь вот сделаем такие же фундаменты. Просто тут я не доделал. Они все утонули. А так получается, мы просто блоки вот эти вот ставим просто на песок. Ничего. Здесь где-то будет нагрузка на наши фундаменты около 600 тысяч килограмм. Так что ничего страшного. Она все будет нормально нести. Так что смотрим. Ничего тут сложного. Так что работаем. Так, ребят, тут кто-то не досыпал 4 сантиметра, поэтому мой раб Игорек восполняет эту утрату. Вот видите, берет не полную лопату, потому что знает, что я сегодня лучше заебу и без этого песочка. А, да, там нельзя ругаться матом. Игорек, 4 сантиметра, а не 4,5. Давай разравниваем. Приходится поправлять его, конечно, часто. Ну, что ж поделать. Зато он силен в других сферах. Там, если голубей прикормить или еще что-то. Ну, смотри, видишь, лишь бы не работать. Ищи камеру ровно держи, блин. Если криво, блин. Так, возмущение. Рабские возмущения. Что ты сейчас скажешь? Понял. Девоньки, голубушки. Там все нормально. Странный оператор, короче, у меня сегодня. В смысле странный? А кому не нравится, будет так же в могиле лежать. Ладно, шучу. Все, тут нормально, там сантиметр. Сантиметр и как новое. Господи, боже мой. Сейчас опять будет камушек выковыривать. Сантиметр, Игорек. Ты что? Это не похоже на сантиметр. Сантиметр похоже соски одной моей знакомой. Это не похоже на сантиметр, а это не похоже. Так, что так? Оператор, конечно, кукуруза. Что ты сказал? Где? В Чехии, Вася? Где они ракеты размести? Девки полить кукурузу, да? Да, белорусский эпос. Девки полюсь кукурузу, сиськи ляпают по пузу, солнце грея и пече, а слезы рассол тече. Запоминайте. Это вот примерно в одном ряду с «На то и Бог дыру вертел, каб смерзучий дух летел». Ну, это там. В общем, переводчик вам в помощь. Угу. Да.
да, вот это я понимаю. Смотри, одна к одной ложит, одна к одной. А? Тут все у него так, все одна к одной. Ну, смотри, стоп. Замял толстуху, типа будет позитивный. Все, худышка, плоскость. Вообще, блядь, он такой ровный пацан, не знаю почему. Напряжен, видишь, смотри, ты делаешь. Помню, сказал снимать с разных сторон, поэтому... Что? Вот-вот. И молчи. В целом неплохо, неплохо, ребят. Погода отличная. Стоим, хуйню занимаемся. А так все нормально. Так, ребят, смотрите, что у нас подготовили. Два фундамента по террасу, которые будут. Наверное, надо уже с проектом домика вас ознакомить, потому что так не очень понятно, что мы делаем, не видно какой понятной картины. Мне там еще не надо чуть-чуть доделать его в Revit, и тогда будет более такая красивая картинка, я уже покажу это. А так, пока вот мы прошлись, фундаменты эти подготовили. Сделали. Все-таки мы решили вторые блоки не ставить, которые вот здесь мы в прошлом году еще поставили. Кто не видел, может увидит или посмотрит потом. Но решили все-таки 10 сантиметров выпустить и все. Так что как-то так. А мы пока работаем, сейчас вот блоки будем ставить и снимать 5 сантиметров нашего грунта. Смотрим. Так, сейчас мы уже практически вышли на нужные отметки нам. Тут последняя трамбовка доходит. Сейчас нам придется наши блоки снизу. Мы уже на днях начинаем строительство нашего домика. Поэтому сейчас будем это разбирать и доставать оттуда блоки. Поэтому сейчас снимаем клеенку и доску перетаскиваем туда поближе к месту строительства. Вот уже... Первые наши этапы к строительству домика подходят. Идем в ногу со временем. Так что смотрите, тут уже как застроились вокруг. Вот домик тоже буквально на днях вырос. Так что строятся тут люди быстро. А сейчас самое жесткое, это опять разбирать вот эту доску всю, складировать. Нам надо дорваться до наших бетонных столбиков. Ну вот мы и дорвались до наших блоков. Сейчас мы их будем брать
и укладывать в наши фундаменты эти. Вы не смотрите, что это так, типа примитивная конструкция. Это обычный фундамент, столбчатый, небольшой. На эту нагрузку он должен быть рассчитан. Ну, по крайней мере, расчет такой. Ну и как бы этот домик может быть впоследствии, почему я такой делаю фундамент, что он может куда-то переехать. Поэтому такие вот все манипуляции странные происходят. Так что смотрим дальше. Ну что, контрольный замер идет. Сейчас уже будем блоки укладывать. Укладываем сейчас блоки, вроде бы отметки наши уже все совпадают. Домой! Цуфус нахав, мид до фара. Вот будем отталкиваться от осей, которые мы уже здесь сделали в том году. То есть они очень хорошо все стоят, четко будем от них отталкиваться, потому что наша терраса с этой стороны где-то вылазит на метр, а с той стороны будет где-то вылазить на 2,5 метра. Но я покажу проект, тогда будет более-менее понятно. Извините за солнце. Так что носим блоки. Дима уже негодует, уже хочет домой. Но мы еще работаем. Поснимать надо? Может, кукуру, которую я насыпал, вишите. Опять мы переборщили. Ну ничего страшного. Сейчас переделаем. Пересделаем. Как я уже говорил, блоки идут бетонные, покупные, размером 400 на 400 и высотой 200 мм. Блоки достаточно тяжелые, весом около 60 кг, так что носить их еще то удовольствие. Но их можно катать, если работать одному, но у меня не было такой необходимости. Все блоки я укладывал на специально подготовленное основание. До этого я выкапывал ямы, укладывал геотекстиль и укладывал песок, послойно его трамбуя. Размер каждого слоя не превышал 15 см. Сегодня же мы приступили к окончательному подгону отметок фундамента. Использовали для этого не старый добрый оптический нивелир, а для выноса на местность фундаментов проекта и положения использовали шнурку. Все серьезно. Итак, отстреливали основание под фундамент. Если не хватало, подсыпали и трамбовали, либо наоборот, убирали и трамбовали. Но перед этим хорошо пролив песок водой. Запахло, смотри, навозом. Данный фундамент дешевый и достаточно прост в исполнении. Один минус – это то, что надо идеально подготовить под него основание, чтобы все они стояли в одну отметку. На все фундаменты, а их 5 штук, мы потратили около 6 часов. Но это с учетом того, что уже было предварительно подготовлено основание. Попутно мы подправили один прошлогодний фундамент, но он и тогда был немного скреном. Но сейчас решили его поставить в проектное положение. Блоки, которые были уложены ранее и простояли зиму, остались в тех же отметках. Так что фундаменты готовы.
И я все ближе и ближе к началу строительства мини-домика. Все. Все, мы заканчиваем копать. Как видите, выставили все наши фундаменты. Смотрите, добили мы вот сторону под террасу нашу. Что-то мы долго провозились. Надо нам еще осталось здесь уложить геотекстиль и также выровнять площадку. Как я уже говорил, здесь тоже будем снимать еще 5 сантиметров. Решил я все-таки вторые блоки не ставить. Посмотрим по факту, как оно будет. Вроде бы как нормально должно быть. Такие вот дела. Вы были на канале Львовский хаос. Оставайтесь с нами. Здесь весело. Сейчас будет строительство дома уже начинаться. Будет намного интереснее. Еще поделюсь с вами проектом. И будет вообще обалденно. Тут смотрите, вот с нами целый день еще был Дмитрий Шумович. Красавчик, смотрите, какой. Называем его имени, вдруг пойдет дом. Веселый парень. Так что, до скорых встреч. Пока.